Мы здесь собрались с целью отстоять наши права на лечение наших детей препаратами из золотого стандарта лечения муковисцидоза и дать нашим врачам лечить наших детей проверенными лекарствами. Сейчас происходит замена оригинальных лекарств дженериками. А наши препараты схожи по свойству, но нет доказанной эффективности. Я против того, чтобы нам заменяли лекарства непроверенные, не прошедшие клинические испытания. Это жизнь моего ребенка. Нашим детям необходимо качественное, проверенное лекарство. Доказана свою эффективность. Наши дети неподобные кролики. Ваши лекарства не работают. И врачебные комиссии во многом уже доказали, что ваши лекарства не работают, которым вы заменили оригинальные препараты. Дженерики, которые ему колят и которые принимает он, они не работают. Эффект от них практически нулевой. Как-то мне страшно за него. Потому что если я дам ему непроверенный препарат, который мне сейчас выписывает врач, он может умереть. Страшно за сына, за здоровье сына. Страшно за то, что он уйдет раньше меня. Российские препараты не проверены на группе детей менее 4 лет. Мой ребенок, я очень боюсь, что мой ребенок не сможет описать, плохо ему или хорошо от данного препарата. Это ужасно, когда ты видишь родного человека, который задыхается, который не может ни есть, ни пить, ни спать. Я не могу оставаться безразличной к тому, что происходит в жизни пациентов, больных муковисцидозом. Исчезают оригинальные препараты, которые, как сказать, клинически подходят нам и нашим пациентам. Дело в том, что при отсутствии лечения или если лечение неэффективное, в организме происходят необратимые процессы. То есть восстановить уже легкие будет невозможно. Случаи смерти уже были за последние 2 месяца. Уже 10 человек умерло, 10 детей умерло, и это наши дети, мы хороним их как своих. Меня зовут Валерия, мне 25 лет. С 3 лет у меня стоит диагноз муковисцидоз. Каждый год и каждый день это борьба за жизнь, что я стою в очереди на пересадку легких. И эти лекарства, за которые мы сейчас боремся, понадобятся мне и после пересадки. А если их не будет, то все старания были зря, и я просто умру. Он сейчас окончил колледж с красным дипломом. Он полноценный член общества и приносит такую же пользу. Если у него не будет лекарств, он просто умрет. Я здесь, потому что я хочу, чтобы мой ребенок жил долго и качественно, а не лежал дома, в общем, без препаратов. И он неподобный кролик, чтобы на нем испытывать непроверенные лекарства. Просто не только моему ребенку, но и всем детям, больным муковисцидозом. Проверенные лекарства, доказанные мировым опытом. Я не хочу, чтобы на моем ребенке проводились опыты, и чтобы он умер на моих руках. И здесь я сегодня, потому что я считаю, что эта проблема касается каждого. Проблема качества лекарств, она касается даже тех, у кого муковисцидоза нет. Просто они этого еще не понимают.